Из анклава Ворух надо вывести тяжелую технику таджикской стороны. С таким заявлением накануне на заседании Джогур Кенеша выступил депутат Султанбай Ажигитов. Нардеп заявил, что по международным нормам на территории анклавов не может находиться военная техника. Там есть одно маленькое место – Булакбаши. Для таджикской стороны будет выгодно, если в этом селе никто не будет жить из граждан Кыргызстана. Ведь они сами претендуют на это джайло. МИД и ГКНБ нашей страны должны тщательно изучить данный вопрос. Также из анклавов надо вывести тяжелую военную технику. Стоит задуматься, в каком году и при ком была доставлена тяжелая техника соседней страны, говорят общественные деятели. Потому что техника была доставлена в анклав именно при губернаторстве Султанбая Ажигитова. Напомним, что он дважды был главой Баткенской области с 2005 по 2008 год и с 2010 по 2011 год. Одним словом, допущенную ошибку и вину попросту сваливает на нынешнее руководство, утверждает историк Мурат Иманкулов. Если такие заявления, то именно он сам должен ответить. А то, что его время, когда он занимал именно губернаторский пост, введено, значит, виноват в первую очередь он сам. И поэтому обвинять теперь других и показать патриотом, умным человеком, как бы неэтично. Если он говорит, он заинтересован, и он житель этого региона, значит, он сам должен, во-первых, в первую очередь приложить на это усилия. Такое заявление может плохо отразиться на отношении двух стран, подчеркивают эксперты. В этой связи депутату стоит помнить, что в случае чего прежде всего пострадают простые жители, а не популисты, которые только и говорят, рассказывает юрист Ахунбай Кошоев. А если он в парламенте высказывает популистические такие свои мысли, значит, он хочет показать, что Аджигитов якобы в парламенте хорошо выступает. Это популизм. Для своего имиджа он работает. Он не смог в свое время решить этот вопрос. А зачем тогда, если сам не смог решить, заниматься популизмом и в парламенте высказывать такие мнения? Он должен помочь, практически помочь всем тем соответствующим структурам, чтобы решить такую проблему. На протяжении 30 лет между Кыргызстаном и Таджикистаном стоит большая проблемная задача. Это разрешение вопросов демаркации и делимитации границ. В этой связи по сегодняшний день идет передислокация военной тяжелой техники на участках и вблизи госграниц для обеспечения национальной безопасности. Естественно, это дает повод для сохранения военного паритета, для обеспечения безопасности и стабильности на этих участках границ. Но, тем не менее, на этих участках границ на сегодняшний день продолжаются локальные конфликты, локальные перестрелки. И это может привести к последующим большим военным действиям, если эти вопросы в свое время не разрешить. Есть только один путь – путь дипломатии. По словам экспертов, для решения столь значимого, деликатного вопроса необходимы дипломатические переговоры, потому что одно неправильное высказывание может привести к межгосударственному конфликту. В целях обеспечения национальной безопасности они призывают отдельных лиц, заинтересованных в решении вопросов демаркации и делимитации госграниц, воздержаться от провокационных заявлений. Ахмир Нурдинова, Бакыт Хиязов, ЛТР, Бишкек.